Мы накладываем шапочку Гиппократа второго типа при помощи одного бинта. Мы сажаем пострадавшего к себе лицом, отворачиваем бинт примерно на 15 см, чтобы удобнее было начинать работу. Прикладываем его к лобной части головы пострадавшего и делаем два закрепляющих тура вокруг головы. Затем в лобной части головы мы делаем перегиб и ведем его к затылку. Там мы делаем еще один перегиб и ведем его снова к лобной части головы. И закрепляем наши перегибы одним туром вокруг головы. И повторяем эти действия до тех пор, пока не закроем теменную часть головы. При этом сзади наш перегиб мы фиксируем рукой. Делаем последний закрепляющий тур вокруг головы. Затем закрепляем бинт. Все, мы наложили шапочку Гиппократа второго типа одним бинтом. При этом уши оставили открытыми.